У нас детская студия современной музыки «Фанки Клуб». Доброе утро. Доброе утро. Во-первых, в частности, здесь у нас руководитель студии, певец, музыкальный продюсер Сергей Ганс-Джа. Доброе утро. Привет. А также солистки студии – это Ксения, Варя и Алиса. Доброе утро. Так, ну, давайте начнем, наверное, с основ, собственно, почему «Фанки Клуб», в каких там направлениях работаете? Хороший вопрос. Не зря студию именно так назвали, это говорящее название «Фанки Клуб», и что студия занимается современной музыкой. Слово «фанки» — это слово, которое пошло от джаза. То есть, когда музыкант делал что-нибудь непохожее, что-нибудь крутое, говорили «Oh, that's funky». И вот отсюда пошла вся современная музыка, включая хип-хоп. Это все было в прошлом столетии, 60-е годы. То есть Джеймс Браун, фанк, R&B, хип-хоп, диско. То есть сейчас EDM, Electronic Dance Music, то есть электронная танцевальная музыка. Все вот эти направления, они, по сути, определяются одним таким коренным словом «фанки». Понятно. С этим разобрались, но я понимаю, что у нас есть возможность сейчас посмотреть. Вы сняли клип, я так понимаю. Да. Мы в нашей студии занимаемся прежде всего вокальным мастерством, вот в данных стилях. Соул, рэп, фанк. И уже себя реализуем. То есть характерная черта фанки-музыки, что люди сразу же переходят к делу. То есть ребята учатся этому вокалу, мы на занятиях прямо записываем песни, и потом как-то это реализуем. Выступаем и снимаем клипы. Все, ну, давайте посмотрим. Премьера клипа, прошу. Говорят, что мы еще растем, но мы ясно видим мир, в котором есть все небоскребы. Горизонт в небе отличаем уже сами зерна от плевел. Отведя взгляд от смартфона, выхожу в реальную жизнь в городе миллионом. Кругом спешат по делам, над горизонтом смог. Такой же город контрастов, как Нью-Йорк. Из тех, кто знает толк, девайсов модных и быстрых, мне ближе тот, кто делает дела чисто. Тут нам потоки инфо, как на рекущем проспекте. С теми, кто несет добро в мир, я на респекте. Говорят, что мы еще растем, но мы ясно видим мир, в котором есть все небоскребы. Горизонт в небе отличаем уже сами зерна от плевел. Вроде бы кого не спроси, все желают мира, но видят улицы по-прежнему язык силы. И видят улицы реклама красивая, что завлекает буратин, как вот базилио. Забыт кем-то детский стишок о том, что такое плохо, что такое хорошо. Уже не крохи, уже не верим в сказки, но знаем, что всегда побеждает в итоге. One love, добро. Говорят, что мы еще растем, но мы ясно видим мир, в котором есть все небоскребы. Горизонт в небе отличаем уже сами зерна от плевел. Это был видеоклип от детской студии современной музыки «Фанки Клуб». И, собственно, часть этой студии здесь у нас клипа, в принципе, да, присутствует. Да, девушки, к вам вопрос. Давайте тогда рассказывайте, как давно занимаетесь и, собственно, вот, ну, чем, что поете, что исполняете. Кто готов повествовать? Давайте. Микрофон. Ну, мы занимаемся уже год с половиной, и мы исполняли на данный момент уже 3 песни. Но готовы мы, чтобы прям так хорошо, только с одной, на которую снят клип. А вообще в клипе было тяжело сниматься? Ну, это уже совершенно другая работа. Ну, для меня это было, ну, так себе, не очень тяжело, но несколько дублей, то есть каждый раз все повторять. Ну, в принципе, нормально. Сюжет. Ваше мнение, девочки? В принципе, сниматься в клипе легко. Ну, атмосфера такая ламповая и так весело. В принципе, это не очень сложно. То есть вы больше веселились? Ну, да. А как вообще вот попали, собственно, в эту сферу, скажем так, исполнения музыки? Ну, это мечта там какая-то давно или там случайность?
Я случайно попала, просто увидела объявление, то, что набор идет в эту группу, вот, и записалась. Мне понравилось здесь. Ну, вообще музыкой занималась, конечно же? Да, я занималась вокалом и фортепиано. Ну, а вообще, в принципе, то есть у вас подготовка есть еще до этого какая-то музыкальная? То есть или вот пришли, и, собственно, вот это и есть уже учеба? Ну, я занимаюсь эстрадным вокалом, еще аккордеон закончила, и, ну, тоже играю на фортепиано. Ну, то есть, на самом деле, серьезная подготовка, да?